Как принимать псиллиум, шелуху семян подорожника? Псиллиум – ценный источник растворимой клетчатки, который используется в качестве диетической добавки. Его получают из оболочки семян подорожника. При попадании в желудочно-кишечный тракт пищевые волокна превращаются в гелеобразную массу, которая выполняет следующие функции. Поглощает аллергены, различные продукты распада. Ускоряет образование пищевого комка. Обеспечивает длительное чувство сытости. Минимизирует нагрузку на печень. Снижают риск сердечно-сосудистых нарушений. Отвар семян используют при гормональной недостаточности у женщин. Связывает холестерин и жир. Помогает справиться с отравлениями. Натуральная клетчатка оказывает мягкое действие, не раздражает слизистую кишечника, если сравнивать с отрубями. Связывает и выводит токсины. Каловые массы уплотняются, уменьшается частота дефекации и предотвращается обезвоживание. Для людей, желающих уменьшить свой вес, употребление семян подорожника – естественная, безвредная и легкая альтернатива суровых диет. Семена подорожника наполняют желудок, утоляют ощущение голода, после чего употребление калорийной пищи значительно уменьшается. Способ применения. Взрослым и детям с 12 лет по одной чайной ложке 5 грамм залить 100 мг кипятка и настоять 30 минут, принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Срок приема – 14 дней. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период кормления грудью, дети до 12 лет. А также заболевания кишечника, стеноз, полипы, язвенный колит или болезнь Крона. Непроходимость желудочно-кишечного тракта. Рак органов пищеварения. Хирургические патологии в период обострения. Если побочные эффекты возникают, прекратите прием и обратитесь к врачу.